Всем привет на моем канале, у меня сегодня на обзоре вот такой вот Android Smart TV Box X88 Pro S. Приходит он вот в такой вот коробке, я его взял 2 на 16. Достаточно дешевенький TV Box, в районе 25-26 долларов стоит он. Распакуем в этом видео, посмотрим, как выглядит меню. Также посмотрим по разъемам, что он из себя представляет. Комплектуется чем и подключим его. Значит, здесь у нас сам TV Box. Вот так выглядит. Интересной такой формы. Размеры все примерно стандартные. X88 Pro S Ultra HD 6K. Вот это не отверстие для вентиляции, это просто так сделано, типа для красоты. На тыльной стороне сзади у нас есть SPDIF, есть HDMI и LAN-порт 100 мегабитный. Также для подключения к старому телевизору через мини-джек на 3 RCA есть такой вот разъем. Слева, как всегда, USB-порты, 2 USB 2.0 порта, 3.0 здесь нету, и разъем под TF-карту для того, чтобы расширить память. Снизу у нас отверстие для вентиляции вот так выполнено, описание модели, MAC-адрес и прочие данные. Здесь в коробочке также есть у нас стандартная комплектация. Вот такой вот пульт к нему идет. Так же, как и к X88. Он без цифровых кнопок. И вообще здесь минимум кнопок на этом пульте. И он достаточно такой вот легенький и хрупенький. Кнопочка домой, саб-меню, включение-выключение приставки, громкость, эмулятор мыши, возврат и навигационное колечко. Ну, приятный на ощупь. Блок питания, как обычно. Что у нас здесь положили на сегодняшний день? Обычно кладется здесь 2 ампера, 5 вольт. Так и есть. Здесь такой же блок питания. И, соответственно, здесь еще идет такой вот HDMI кабель. И вот такая вот инструкция. Менюшка здесь. Все на английском. Особо вы здесь ничего не поймете. Но в этом и необходимости и нет. Вот такая инструкция. На самом TV-боксе есть дисплей. Хотя камера передает его достаточно ярким, он на самом деле такой тускловатый. И это, с одной стороны, хорошо, в темноте будет не так ярко светить. И вот так вот он загружается. Так, ну и, конечно же, я разберу приставку моим любимым инструментом. А вот таким вот ножичком. Разбирается она очень просто. Здесь нет винтов. И держится просто на защелках. И мы можем видеть следующую картину здесь. Меня интересует по большей части, конечно же, радиатор. Для этого нужно снять плату. Вот здесь 2 винтика и вот здесь. Ну и посмотрим по радиатору, что у нас. Здесь вот такой вот полноценный радиатор. Сразу он установлен на процессоре. Неплохого качества радиатор, скажем так. Видали мы и похуже. Как интересно, порты расположены в стороны, да, немножко. Вот так все это выглядит изнутри. Что же, собираем и подключаем, смотрим, что здесь у нас есть. Вот так вот загружается приставка. Давайте ее потестим, посмотрим, что она умеет, какие приложения здесь установлены. Я хочу вкратце рассказать о характеристиках данной приставки. Ссылка, кстати, на покупку этой приставки есть в описании. Если вам интересно, переходите, смотрите. Там также есть ссылки на покупку и обзоры различных других Smart TV боксов. Посмотрите, здесь у нас указан Allwinner 616, 2 на 16 у нас оператива, соответственно, и ПЗУ, 100 мегабитный LAN-порт, Bluetooth 5.0 указан, но здесь еще вопрос, если он именно в этой приставке 2 на 16, обычно это в более старших версиях. Графический процессор Mali T720 и Android 10, двухдиапазонный Wi-Fi 2.4, 5 и 8 ГГц. Опять же, это может быть зависеть от версии. Посмотрим, что конкретно в нашей есть. Вот такое стартовое меню у меня появилось на экране. Здесь нам предлагается выбрать язык. Это, в принципе, опять же, стандартная процедура для X88. Стандартное меню. Выбираем русский язык здесь. Переходим в троеточие, потому что на стартовой странице его нет. Жмем Next. Сразу подгоняем картиночку под свой телевизор. Вот так. Жмем Next. Подключаемся к Wi-Fi. У меня он подключен LAN-порту к кабелям, поэтому здесь смысла нет дальше что-то настраивать по Wi-Fi. Если у вас есть Wi-Fi, если вы соединитесь по Wi-Fi, то заходите и настраивайте. Можно это, в принципе, позже сделать в настройках. И все. В принципе, здесь указаны также настройки и указаны кнопки пульта.
подтверждаем и запускаем приставку. Вот такое красивое меню. Я люблю такие вот менюшки на x88, мне это нравится. Можно изменить фоновое изображение, нажав кнопочку Submenu, поставить любое изображение, которое вам понравится, вот так вот. На стартовом экране часы, браузер, YouTube, хотя не помещаются все эти надписи, мой домашний кинотеатр какой-то и настройки. Также можно вот здесь добавить различные приложения, которые вы захотите. Кстати, стоит Disney Plus из коробки, Filmon, Netflix. Вот такие вот приложения стоят здесь из коробки. Возвращаемся. Здесь по нажатию на плюсик добавить можно подобавлять различные приложения. Зайдем в меню. В меню мы видим все, что здесь установлено. Это галерея, калькулятор. Очистить это, соответственно, очищает кэш. Очень удобная функция. Часто используется App Store свой собственный какой-то здесь для именно этой приставки. Помимо Google Play Market есть еще и App Store, можно его обновить. Приложение, которое можете установить, тот же Netflix. Можно установить аудио-видео приложение. Вот такие вот. Без регистрации абсолютно. Такой себе китайский Play Market. Update онлайн, файловый менеджер, Disney+, Chrome, Miracast. Вот такой вот My Family. Cinema, кинотеатр, Netflix, Play Market, Prime Video и Top Wizard. Это для настройки. И, собственно, YouTube. YouTube стандартный абсолютно. Вот такой вот, как и на всех Smart TV, Smart приставках. Зайдем в настроечки. Здесь вот сразу в сети интернет можно подключиться к Wi-Fi. Заходим в сеть интернет, выбираем свою сеть и подключаемся. Нажимаем на ней, вносим пароль, подключаемся. Если у вас не подключается, соответственно, у вас неверный пароль. Других вариантов нет. Масса вопросов бывает, но других вариантов нет. Здесь также можно войти в аккаунт Google для того, чтобы синхронизировать ваши видео, которые вы смотрите, также приложения в Play Market, которые вы скачиваете. Все это будет синхронизировано. Давайте посмотрим основные настройки. В настройках устройства меня интересует об устройстве информация. Здесь есть онлайн-апдейт и название устройства X88 Pro S версия 10. А вот такая вот сборочка здесь. Далее переходим дату и время. Обязательно нужно поставить ее часовой пояс в соответствии с вашим часовым поясом, потому что это важно для работы корректной Play Market. Можно поставить язык, изменить, отрегулировать контроллер, мышь, выбрать HDMI разрешение по HDMI входу, опять же подогнать экран, если вы неверно его подогнали в начальных настройках. Есть входы. Входы — это HDMI стик, который позволит вам управлять телевизором и приставкой с одного пульта. При включении и отключении будет у вас сразу уходить режим ожидания, телевизор и приставка. Но это не на всех телеках поддерживается. Кстати, не на всех приставках также. Хранилище у нас 16 гигабайт, все в порядке. Заставка, безопасность, ограничения, в спецвозможностях я обычно вот так вот включаю высококонтрастный текст, позволяет лучше читать. И сброс. Также в разделе безопасности и ограничения есть функция Enable Root, то есть можно включить Root доступ здесь в этом меню. Сброс для того, чтобы сбросить настройки приставки. Здесь Family Cloud, такая тема для X88 приставок. Общий доступ. Сразу, что бы я сделал здесь, удалил бы лишнее приложение, которым особо не пользуюсь. Именно вот этот вот My Family Cinema. Можно зайти в приложение и удалить. Я сейчас установлю то, что мне необходимо будет. AirPin Pro также особо необходимости никакой нет. С Disney Plus давайте тоже снесем, чтобы он нам не мешался здесь. Онлайн-апдейт оставим. Пригодится. Filmon. Также он по подписке, он нам не нужен. Та же история с Netflix, если его смотрите, оставляйте. Prime Video то же самое. Ну, все остальное можно оставить. И теперь я хочу проверить Bluetooth. Есть ли на данной приставке Bluetooth. Открываю Bluetooth на телефоне. И могу вам сказать, что приставка не обнаружена. Соответственно, Bluetooth на данной версии нет. Теперь включу Wi-Fi, посмотрю, как обстоят дела. Перезагружу Wi-Fi с 5 ГГц Wi-Fi. Я включил роутер 5 ГГц и... мы видим, что сеть только 2.4, 5 ГГц он не поддерживает. То есть у него нет в этой версии 2.16, нет модуля на 5 ГГц. Соответственно, будет только 2.4. Теперь просмотрим, как он воспроизводит 4К видео с USB накопителя. И теперь я установлю с USB накопителя необходимое мне приложение. Это в частности будет OTT Play для просмотра плейлистов. Скачать эти приложения можно в телеграм-каналах. Установлю HD видеобокс, и по большому счету этого и достаточно для просмотра видеоконтента.